Тема нашего сегодняшнего расклада, чем его зацепила та другая. Видео снимаю спонтанно, потому что сейчас вдруг вот прям просится и просится из потока эта тема. Значит, явно у кого-то был очень мощный запрос, и прилетел он ко мне, а я буду вам рассматривать. За личными раскладами можете обратиться в WhatsApp, Viber, Telegram, а номер в описании к этому видео. Итак, видео подойдет не для всех, а срезонирует что-то у кого-то, а что-то не у кого-то. Поэтому, если ситуация ваша, смотрим дальше. Итак, чем его зацепила та другая? Однозначно, если вы в курсе, придумывать ничего не надо, а вдруг у него есть, не надо. Однозначно, если вы в курсе, что есть другая. Может быть, даже знаете ее. Чем его зацепила та другая женщина? Думайте о партнере своем. Колода большая, разваливается. Значит, когда колода разваливается во время тасовки, значит, есть проблемы, конечно. Итак, что за мужчина? Мужчина, который стоит на выборе. Мужчина, который по двум мечам, видите, до темная и светлая сторона в нем борются. Одна, видимо, зовет к вам, другая зовет к нему, и он себя не готов принимать ни в тех отношениях, ни в этих отношениях. Мужчина на перепутье. Чем его зацепила та другая? Вы знаете, она в мужских энергиях, по рыцарю жезлов, смотрите, здесь очень активный герой. Она его зацепила мужскими энергиями и своей страстью. Жезлы – это всегда страсть, зацепила своей активностью. Может быть, она очень сексуально, в плане активно в сексе. Вы, может быть, менее, и это нормально, у каждого свой психотип, да. А она вот огненная, страстная, возможно, огненная стихия, возможно, просто такая зажигательная, страстная для него зажигалка. Мы пока героя немножечко в сторонку. Так, чем она еще его зацепила? По тузу пентаклей, а там еще явно просматривается денежная сфера. Мужчина еще не определил до конца, насколько она для него цена, но вот как ему кажется, что с той женщиной возможна стабильность. Не, ну конечно, если ему мозг страстями забили, да, то, конечно, он будет начинать думать о ценности. Не боюсь сказать еще такого варианта по тузу пентаклей, что может быть у этой женщины есть деньги. И она этим зацепила вашего партнера. А вот сразу встречный вопрос к вам. А зачем вам такой партнер, который просто падает на чужие деньги? Да? Вот. Чем еще зацепила? Ага, она ему поставила ультиматум по двойке жезлов. Она ему поставила ультиматум. Возможно, она про вас знает. Возможно, она знает, что он еще куда-то рвется. И она ему поставила жесткий огненный ультиматум. Вот такими клещами, как возьму тебя за одно место, говорят, если ты не определишься. То есть она его не поставила, я уйду, если ты вот, да. Она ему сказала, вот тебе период, и ты определяйся. По истечении этого периода, если ты опять начнешь болтаться, как кое-что в проруби, кое-что вот этими клещами я тебе оторву. Но это в репертуаре таких женщин, вот, огненных мужских энергиях. Да, наверняка там она говорила какие-то дерзкие слова, ему жесткие. Чем еще она его зацепила? Угу. Опять жезлы. Смотрите, опять жезлы. 6 жезлов. Она его заставляет действовать, она его ворошит, она его куда-то постоянно гонит, она сама очень активный человек, и он рядом с ней чувствует себя живым, он рядом с ней чувствует себя активным, востребованным, и ему вот нравится такое состояние. Еще чем она его зацепила? Опять жезлы. Она его зацепила тем, что она ему дала понять, по четверке жезлов создала такое пространство, пространство праздника, да, то есть она без конца им восхищается, она без конца ему говорит, ты какой-то у меня такой классный, такой прям
Прям сексуальный маньяк какой-то, она ему говорит, да. Тут все замешано на страстях, на физических, но делая льстивые какие-то угодливые мужчине похвалы, она его берет за живое, да. Он нуждается в них. Возможно, вы хвалили меньше, либо не хвалили. Мужчина вообще очень нуждается в женской похвале, но только в искренней. Понимаете? И здесь дело в том, что мы же не спрашиваем, чем он ее зацепил, да? Мы про чем она его зацепила. Поэтому только однобоко немножко рассматриваем ситуацию. Поэтому она его зацепила с вами вот такими огненной страстью. Я не побоюсь этого слова, стервозностью какой-то, да. Смотрите, вышла сама королева мечей, которая действительно находится в огненных мужских энергиях, а женщина, которая сказала, отрезала. Женщина, которая орудует словами, как ножами, которая имеет четкие стратегии, она хорошо его знает, она знает его слабости, она имеет четкие стратегии в отношениях с мужчинами, у нее есть определенный сценарий, как себя вести в той или иной ситуации, у нее все просчитано, все продумано, поэтому она поставила его на выбор. Еще что? Он не понимает одного, что по тузу мечей вообще эта женщина может даже ему отомстить, если он выберет нее. Она вроде как, знаете, вроде как мягко сказала. Такая, знаете, женщина-абьюзер прямо вот выходит у нас на сцену. Она, знаете, ему прямо так сказала: ты вот тебе отсель досель период времени, ты выбираешь, что он стоит на выборе, да, на болезненном причем выборе. Аж бедный полысел от этого выбора. Вот. И она ему говорит: так смотри, дорогой, если ты четко не выберешь, я уважаю твой выбор. Да? Я уважаю твой выбор, если ты выберешь ту другую женщину, да ради бога. Если ты выберешь меня, значит, будем счастливы мы с тобой. Да? Вот. Но если ты, она ему говорит, будешь болтаться туда-сюда и будешь обманывать и меня, и ту женщину, то есть и вас, соответственно, да, то это будет война. Это будет война, и всем в этой войне будет не сдобровать. Да, интересная позиция. Но она манипулятор. По карте маг, она манипулятор и женщина, которая знает, чего хочет. Женщина, возможно, знаете, моложе его, моложе даже, может быть, вас, но не критично, не критично. Женщина, человек, который знает, чего хочет, знает, как этого достичь. Вы, может быть, более мягкая. Давайте, а мне хочется, может быть, чтобы не так все было грустно и печально, посмотрим на другую колоду, на моей любимой «Лес любви». Да? Такая колода, знаете ее. Я ее на стримах всегда беру. К вам-то что? К вам-то вот он что? Вот это мы так немножко сдвинем. Потому что вдруг мне понадобится еще эта информация. А к вам? К вам какие намерения, чувства? Сейчас расплетите руки-ноги, если они у вас сплетены. Подумайте о себе и о нем. К вам-то что у него? Ха-ха. Озабоченный какой-то. Какой-то товарищ озабоченный, у него к вам страсть тоже. Вы, смотрите, во-первых, он ждет от вас вести. Может быть, вы в ссоре. Может быть, у вас как-то страсти ослаблены, да? И он ждет от вас каких-то новостей, какого-то сообщения. Но у кого-то может проиграться другой вариант, что вы, может быть, слишком часто пишете. Слишком много на себя оттягиваете внимание его и, может быть, даже и надоедаете. Вы тут тоже непростая. Вы тут тоже непростая. Вы тут тоже можете отомстить каким-либо способом. Ведь знаете, отомстить это не значит башку оторвать, да? Или еще что-то там вот по этой карте, да? Как помните, вначале. Нет, отомстить это разными способами можно, в том числе и магическими. Поэтому отомстить можно игнором, отомстить можно проклятием, посылом негативным и так далее. Вы тут способны на это. Но смотрите, смотрите, мои дорогуши.
Смотрите, для вас выпадает карта тяжелая ноша по поводу этого человека. Если у них в потенциале возможна свадьба, то для вас это либо была свадьба, кстати, это может жена просматриваться, если вы тайная женщина, да, либо будущая жена. Вот. Для вас эти отношения тяжелые ноши. Эти отношения для вас урок. Вам нужно достойно их закончить. И понимаете, вот этот вот выбор болезненный для мужчины, по которому он здесь у нас сигнифицируется, да, он когда-нибудь скажется на его здоровье, на вашем. Что еще к вам? Вы порой замыкаете себе, то у вас всплески страсти, да, то, ну, тут всего скорее тайные девчонки меня смотрят. Несмотря на то, что вам тяжело с ним, он все равно считает, что ему с вами тяжело. Понимаете? А где любовь-то? А где любовь-то вообще? Тут тоже какой-то расчет. Тут тоже какой-то расчет. А мужчина явно просто хочет пристроить причинное место свое поудобней, повкусней, покрасивей. А нет. Смотрите, выпадает карта любовь. И вот здесь карта взаимных, смотрите, каких страстей. Прям, ну не зря мне этот расклад попросился, прям на ночь глядя. Я прям сейчас его и запущу. Наверное, кто-то ждет. Ставьте лайки, пишите комментарии, если ждали. Да, если тут все на страстях, то здесь, вы знаете, может быть, вы не такая ярко сексуально выраженная, как та женщина, по крайней мере, не в таких мужских энергиях. Вот смотрите, какой совет. Тут энергии страсти, да, сексуальной страсти, но тут мужские энергии. Она всегда его будет подавлять, а вы не такая. Вы мягче, да, вы способны на месть, вы, может быть, хотите где-то как-то все проконтролировать, часто ему там пишете, названиваете или еще что-то, вот. Но этот человек в вас уверен больше, хотя вас карты предупреждают, с этим мужчиной тяжело. Он рассчитывает на вашу любовь. Поэтому он и стоит на выборе, ему тяжело от вас оторваться. Если здесь какая-то идет определенная такая игра, пространство наполнено огнем, да, какими-то ограничениями, да, мы же не знаем, какое у него детство, может, он там в детстве его постоянно в углу мать ставила, и он вот на это, его это триггерит, да, то вы способны ему дать любовь, да, а это его держит. Это его здорово держит. Вообще, мужчина, смотрите, как интересно. Все-таки для вас еще одна подсказка. На дне колоды у нас карта рутина. Мужчина не любит, когда он скучает. И вот по этой причине он пускается во все тяжкие. По этой причине он ищет, где будет веселей, так что ли, я не знаю, веселей, страстней, где больше эмоциональных качелей, да. Вы по своему раскачиваете эти качели, да, то есть вы, может быть, пытаетесь его проконтролировать, вы, может быть, пытаетесь ему тоже сказать, ну, вот ты такой-то, да, вот, но я тебя все равно люблю потом, когда миритесь, да, то она, помимо своей сексуальной страсти, она все-таки в мужских энергиях, она его четко ставит на место. Он у нее четко подконтрольный, и других вариантов она не приемлет. Вы разные. Вот его по-разному и рвет на две части. Видите? Черное-белое, принцип домино. Может быть, вы блондинка, она брюнетка, либо наоборот, вы брюнетка, она блондинка. Какой вам совет? Какой вам совет? В первую очередь, любите себя. А это в первую очередь. Нужно ли вам это? Во вторую очередь, обязательно пункт 2. Обязательно примите позицию наблюдателя. Я всегда люблю говорить, яблоко должно созреть. Если он до этой вашей истинной любви созреет, то вот эти манипуляции мужскими энергиями, вот этот вот полицейский в юбке скоро ему надоест. Я вас понимаю.